пули. Внешне это одна из самых необычных собак в мире. Она похожа на швабру, огромная движущаяся швабра. Нет более впечатляющего зрелища, чем то, когда эта собака бежит по полю. Эти веревки буквально болтаются повсюду. Пуля в самом деле поразительна. Настолько редкая, что в США ежегодно регистрируется меньше 150 щенков пули, тогда как щенков золотистого ретривера больше 60 тысяч. Пуля – самая древняя собака. Письменные свидетельства говорят, что они работали на венгерских равнинах еще в 9 веке. Пуля впервые была выведена в Венгрии как собака, которая станет помогать овцеводам пасти овец. Стиль действия пули при этом отличается от стиля других пастушьих собак. Бордер-колли визуально отслеживает овец, австралийская пастушья собака обычно кусает их за задние копытца. А вот пули носятся, сгоняя в кучу, и при этом резко лает. Эти собаки очень подвижные, энергичные. Пули бывают совершенно черные, выцветшие, черные, серые и белые. В большинстве эти собаки черные, белых всего примерно 2%. Причина просто в том, что овцы больше реагируют на собак темного окраса. Пули невероятно быстрые и способны молниеносно менять направление движения. Это очень подвижные собаки. У пули великолепное зрение, хотя при взгляде на них так не подумаешь. Если смотреть на них сбоку, тело и лапы сливаются в какой-то квадрат. Самое отличительное в них шерсть из жгутиков. С такой не страшна любая непогода. У них роскошный подшерсток с густым внешним слоем. И когда эти два слоя спутываются, получаются вот такие круглые шнурки, очень похожие на жгуты. На венгерских равнинах эти многочисленные жгуты очень полезны. Жгуты на самом деле служат защитой от погодных условий и от хищников. Представьте волка, пытающегося атаковать пули. У него весь рот будет забит этими жгутами шерсти. Именно эти жгутики заставили любительницу вязания Мэри Кэрол Джен начать действовать. Я пошла на выставку собак, там показывали пули, меня поразили. Структура, цвет этих шнурков и как они движутся. И через 3 месяца у нас появился Энди. Энди – настоящий подарок нашей семье. Он постоянно с нашими внуками. Он большая часть нашей жизни. Не могу представить жизни без него. Он также заставляет Мэри Кэрол постоянно думать о ее страсти – вязании. Для меня Энди похож на моток ниток. Кажется, я могу взять его и начать вязать. Когда у нас появился Энди, я стала больше вязать. Это снова стало моей страстью. Спустя несколько месяцев я открыла магазин пряжи. Уверена, благодаря Энди. Пойдем работать, Энди. Машину, машину. Молодец. Это было 3 года назад. Сейчас магазин шерстяной пряжи имеет огромный успех. Энди бывает в магазине со дня его открытия, он его талисман. Люди сюда приходят, Энди их приветствует. Он не может не понравиться. Мэри Кэрол говорит у Энди множество имен. Часто называют Боб Марли, собака-швабра, собака, у которой нет глаз, собака-растафари. Большинство людей никогда не видели собаки, у которой шерсть жгутиками. По-моему, Энди главное, что привлекает людей в магазин пряжи. Он сидит у входной двери, посматривая на проходящих мимо, и стимулирует их войти. Энди! Привет, Энди! Что там на полу? Моток шерсти? Мэри Кэрол рассказывает, те, кто пришел впервые, бывают поражены, когда Энди зашевелится. Они здесь новенькие, и об Энди не знают, и вдруг он начинает шевелиться, они на него смотрят, ах, он живой. Потому что создается впечатление, что это собака из шерсти, просто экспонат. Энди нравится бывать в магазинчике с Мэри Кэрол, и кажется, он будет здесь всю жизнь. И всегда будет здешним талисманом. Он в самом деле умница. Пока, Энди, скоро увидимся. Пули нравится быть центром внимания. Они могут стать прекрасными домашними любимцами. Но иногда отношения Энди с малышами не складываются. Скорее всего, пули подходят для семей без маленьких детей. Умственные способности и желание работать значительно упрощают их обучение, если начать рано. Пули хорошо адаптируются к любому климату. Как и большинству собак, им нужны ежедневные упражнения.
Вообще, пули порода крепкая, но у них могут быть воспаления глаз, если шерстка вокруг глаз сваляется. У них может возникать дисплазия тазобедренного сустава, проблемы с глазами. Те, у кого нет времени для ухода за собакой, не должны заводить такую породу. С этими шнурками, дредами очень много возни. Вы разделяете эти шнуры один за одним до самых кончиков. Это занимает часы. Когда вы это сделали, собаку нужно выкупать. На высушивание всех шнурков уходит до 3 дней. Как правило, пули хорошо чувствуют себя в любом климате. Это крепкая порода. Но уход за их шерстью требует времени больше, чем уход за другими собаками. Они смышленые, поэтому легко обучаются. Это прекрасные домашние питомцы в семьях с опытными хозяевами и детьми постарше.